Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Инги Титовой. Если вы не придерживаетесь определенного стиля и хотите одеваться удобно и красиво, тогда сегодняшний выпуск именно для вас. Вы, наверное, подумали о джинсах и кроссовках, но поверьте, этим разнообразие современных и стильных образов не заканчивается. Главное условие – это выглядеть непринужденно и комфортно. Комбинезон – отличный выбор. Они доступны в разных моделях, цветах и рисунках. Цветочный принт – популярный выбор для комбинезонов. Это также сразу дает летний эффект. Так что надевайте летний комбинезон и получайте шикарный образ. Советую ни в коем случае не отказывать себе в удовольствии почувствовать себя женственной и изящной. В теплое время года вы можете решиться на более яркие эксперименты. Черный, серый и белый. Добавьте немного трендового оранжевого, красного, фиолетовый, зеленый или розовый. Не бойтесь экспериментировать и при этом знайте меру. Ведь самая небольшая деталь с ярким узором может сделать ваш образ невероятно стильным. Джинсы – это базовая вещь гардероба. В этом году это могут быть скини, дудочки или момы. Тут вы выбираете ту модель, которая лучше всего сидит по вашей фигуре. Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением. Всего вам самого хорошего!